Что касается спасательного жилета, забирали жилет? Положил, да, но... Забрали с самолета, с которым прилетели в Кишинев, да. Забрали спасательный жилет, положили себе в сумку, да. И вышли из аэропорта. На выходе, при выходе из аэропорта у вас был обнаружен в вашем чемодане, да, спасательный жилет. Жилет спасательный брали? Жилет брал спасательный, свою вину признаю. У меня оказались два жилета. При выходе из аэропорта в вашем багаже были обнаружены? В моем багаже. Два спасательных жилета? Два жилета, я о них вообще ничего не знал. Откуда они, как они оказались у вас в багаже, вы не знаете? С положением. Что? У него пакет был, просто пакет положили. Кто положил? Не помню. Что ты сдохнешь здесь в этой Молдавии, Расстояние. Расстояние к сотруднику полиции придерживайтесь. Просто пошел ты сотрудник полиции. Расстояние. Понял? Я вас прошу. Который сейчас вот так вот делает, а ты сейчас видел, как вот просто человека с завязанными руками отпи***ли. И вы, этого поддерживаете и культивируете вот эту вот ху***. Он не представился даже. Он ничего. И жизнь моя брошена. Пошел ты. Понял? Заткнись, и вы, пацаны, вот если вы реальные мужики, должны его взять и просто сейчас за то, что он человека, вот в цацаках нахуй, взял от ногами, либо вы будете вот так же культивировать вот это вот, либо вы просто этого человека работаете, чтобы он, блядь, понял, что, блядь, так делать нельзя.